Привет-привет, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас долгожданный обзор вот этого непревзойденного продукта, который стал моей любовью. Это гель-база, основа под лак, которая снимается вместе с лаком. Ну, потом, когда нужно снимать маникюр. Код этого продукта 33727. И мы вместе с вами уже записывали видео, как я красила ногти. И сейчас вы посмотрите, как же я снимала лак и что нужно делать. И напомню вам маленький лайфхак. Чтобы лак снялся с гель-пленкой быстро, легко и прям вот идеально, нужно обращать внимание на две вещи. Первое. Когда красите гель, следите, чтобы он не затекал на кожу. Тогда лак прослужит дольше, вы больше будете ходить с этим маникюром. И второе. Перед тем, как снять этот гель-лак, вам нужно размочить ногти. Я обычно просто мою посуду, например, без перчаточек, или просто погрузить нужно ноготочки в водичку в теплую, немножечко подержать, и тогда он отойдет идеально, просто идеально. Ну что, поехали? Итак, что мы делали? В прошлом видео я вам показывала, как сделать маникюр в домашних условиях. Это было в среду прошлой, сегодня понедельник, то есть среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. И полпонедельника уже пережил этот маникюр. Как видите, он подвергся огромному стрессу, особенно ногти на правой руке. Но прежде всего я вам расскажу, что мы делали и какие испытания я провожу. В компании Oriflame не так давно вышел новый продукт в серии The One по уходу за ногтями. Это базовое покрытие пленка под лак. Эта пленка несет такую функцию, во-первых, защитную, вторую, как заявлено компанией, эта пленка должна сниматься вместе с лаком и не оставлять никаких следов. И для меня это, конечно, вопрос очень важный, потому что делать маникюр дома — это не гель покрытия, маникюр держится не так долго, 3-4 дня, как обычно. И при том, что я не так часто пользуюсь перчатками, в основном в перчатках я только мою посуду, а сколько готовки, уборки, каких-то мытье головы, это все конечно, оказывает такую нагрузку большую на ногти. И за эти выходные я еще пережила генеральную уборку и работу по хозяйству. Помогала Мише на дому. И сейчас мы посмотрим, как же будет сниматься лак. Лак я наносила вот такой, вот два слоя. Сверху я сделала сушку, закрепитель. И на один ноготь я потом нанесла вот такой блеск для того, чтобы посмотреть, действительно ли все так прекрасно снимется. Потому что для меня, например, вот этот, такие блестки я стараюсь как можно меньше и реже использовать, потому что снимать их специальными средствами просто ужасно долго. Если вот кто пробовал, вы меня поймете. Ну что, приступаем. Сказано, что нужно поддеть краешек. Вот я поддеваю краешки аккуратненько. И вот таким образом мы снимаем ноготок. Сейчас попробуем. Что мне понравилось, смотрите. Да, он действительно как пленочка растягивается. Вот я вам сейчас покажу. Видите, лак сверху лопается, а внизу пленочка. И аккуратненько снимаем со всей ногтевой пластиночки. Слушайте, никаких неприятных ощущений я не испытываю. Все идет очень легко и просто. Ой, как здорово. Пленочка даже тянется. Все. Ноготь снят. Кстати, забыла сказать еще. Может быть, кто-то скажет, что у меня плохо держится лак. Но нужно учитывать то, что совсем недавно я сняла гель-лак. У меня были... Да, я наращивала, ну, накладывала гель-лак несколько раз, совсем недавно сняла, и, как видите, ноготь еще не отрос, то есть не восстановился где-то, вот всего-то отросло совсем чуть-чуть. Поэтому ногтевая пластинка, она сейчас еще очень ослаблена. А когда она будет уже в таком, ну, в нормальном состоянии, я думаю, что маникюр будет 5-7 дней держаться. Но, опять же, при условии, что мы с вами будем пользоваться правильно, то есть не... там, ну, в перчаточках мыть посуду. Так, вот здесь немножечко плохо снимается. Надо все-таки пленочку, значит, делать потолще. Я, наверное, очень тонкий слой пленки делала. Первый ноготь прям замечательно снялся.
Потом я вспомнила, что пленочку клала совсем тонкий слой, наверное, надо было потолще. Так, вот этот уже хуже немножечко снимается, но снимается. Так, я аккуратненько поддеваю. Гель сходит. Ну, то, что не сойдет, конечно, я удалю специальным средством для снятия лака. Это не проблема. Слушайте, ну, очень интересная штука. Я считаю, что это фантастика, удобная, классная вещь для того, чтобы вот облегчить себе снятие маникюра, особенно пленочку. Ну, давайте еще посмотрим, как работает пленка. Ой, как будем снимать вот этот гель вместе с блестками. Оу, слушайте, ну это вообще, потому что я его терпеть не могу снимать. Это замучаешься отмывать ногти от этих блесток. Так, ура! Снимается все чудесно. Теперь я могу совершенно спокойно пользоваться любыми блестками и стразами. Да, смотрите, как клево. Просто вот чуть-чуть краешки нужно будет почистить. Или, ну да, там еще пленочка есть. Вот какой я делаю вывод. Слой пленки нужно делать чуть-чуть потолще, чем я делала, потому что тут в одном месте, видно, совсем тоненький был слой. И с трудом отошел лак. Ну, отошел, ничего не осталось. И вот так аккуратненько мы снимаем ноготь за ногтем. Ой, слушайте, ну фантастика, смотрите. Останется почистить немножко вот эти краешки и сделать новый маникюр и новое покрытие. Так что я вам всем рекомендую использовать такую гель-пленку. Сейчас я наглядно увидела, какая она классная. Код ее 33727. Вот такой у нее красивый матовый цвет. Так что пленка, ура! Я сниму уже все окончательно сама. Спасибо вам за внимание. Пишите вопросы, если они есть, пишите комментарии. Если кто-то уже пользовался такой пленкой, гель-пленкой, поделитесь своими впечатлениями, как вот у вас получилось. Я продуктом довольна на 100%, буду всем рекомендовать, и себе, и дочке еще выпишу в запас, потому что в этом каталоге номер 11, на него большая скидка, и заказывать его очень выгодно. Все, до новых встреч, пока-пока!